Давай разрушим эту тюрьму. Светлана Георгиевна, вчера был 51 день, как ваш муж Сергей Тихановский незаконно удерживается нашей властью. Властью, которая не хочет понять, что белорусы это не только трудолюбивая и померкованная нация, но и умная, благородная, готовая на сильные поступки, готовая на подвиги. В этот раз мы ему страну не отдадим. Я хочу подарить вам 51 розу не только от себя, но и от большинства белорусов, как символ 9 августа, когда за вас проголосует свыше 51% наших соотечественников. Я хочу подарить вам 51 розу не только от себя, но и от вашего любимого Сергея. По одной за каждый день вашей с ним разлуки. Спасибо этого вам большое. Спасибо. Можно? Мы с вами. Да. Спасибо, не волнуйтесь, все хорошо, я такой же человек, да? Угу. Спасибо. Мне так приятно. На самом деле, да, прошел 51 день, и для всех людей, которые Сергея поддерживали, это были тяжелые дни, потому что все бы хотели, чтобы Сергей был с нами рядом. Поймите меня, для меня каждый день без Сергея это идет день за два, даже за три. Поэтому для вас он лидер, для вас он герой, а для меня еще любимый человек и муж. И я уверена, что ему очень сильно, очень много придает сил то, что вы меня поддерживаете в данный момент моей жизни. И это придает ему сил там, в тюрьме. Поэтому не оставляйте меня. Давайте держаться вместе. Потому что только вместе мы сможем построить страну для жизни. Спасибо вам большое.